Всем привет, дорогие зрители! Сегодня будем тестировать вот такой вот препарат. Средство по очищению кожи. Должен сделать наш руль. Вот у нас такой глянцевый. У машины пробег 106 тысяч. Руль ни разу не чистили. Вот здесь прекрасно видно, как она блестит кожа. В ней много жира, масла. За такой пробег выработалось и впиталось. И также вот у нас подлокотник, тоже будем его чистить. Для того, чтобы понять, эффективен этот препарат или нет, мы нанесли скотч по центру руля сверху и снизу. И будем чистить вот эту сторону правую. Также специально кнопки я залепил, чтобы, не дай бог, средство не попало на электронику. Ну что, друзья, вот помыли одну часть руля. Вот результат. Слева у нас грязная жирная кожа. Хорошо блестит. И вот после скотча у нас идет матовая. Да, матовая. Причем это видно сразу. Вот даже места. Текстура кожи сама по себе. Какой стала. Матовый, чистый. И вот это же место. Как она хорошо блестит прям. Препарат работает за свои деньги. Что я могу сказать? Взял я этот препарат за 1200 тенге. В рублях это не знаю сколько. Ну, в принципе, пойдет. Работу свою делает. Сейчас засниму подлокотник. Итак, друзья, вот снимаю подлокотник вам после чистки. Ну, теперь видно, он более матовый. Единственное, вот здесь, может быть, не так хорошо он очистил. Скорее всего, жира очень много в этом месте кожи. Надо будет попробовать еще раз.